Мы самые величайшие во все времена. И первое место в мире – это наша судьба. Я рада вас всех приветствовать, величайших людей всех времен и народов, пассионариев нашего времени, родные сердца. А мы все сегодня на планете родные сердца. И огромная международная семья людей, меняющих мир путем собственного саморазвития. Горячий, самый горячий вам привет из заснеженной Сибири. У нас сейчас мороз и снег, но сердца наши теплые, горячие. Мои дорогие, хочется поделиться с вами немножечко информацией. Вот знаете, я сама, кстати, представлюсь, да, зовут меня Елена Ландочкина. Я из города Новосибирска. Вы знаете, когда у нас въезжаешь в академгородок, научный центр, там висят такие большие слова Михаила Васильевича Ломоносова: «Могущество России прирастать будет Сибирью». А мне хочется немножечко переделать эти слова и сказать: «Могущество Суперджамп будет прирастать в том числе и Сибирью». Потому что, мои дорогие, сегодня у нас на самом деле у меня уже огромная команда. Команда и во Владивостоке, и в Абакане, и в Новосибирске, и в Омске, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Ессентуках, и в Анапе. Вот на самом деле это дорогого стоит. Сегодня я хочу затронуть две темы. Вы знаете, наш аудиотренинг и дублицирование. Знаете почему? Сейчас попробую, постараюсь вам ответить. На самом деле, год назад я сама прошла вот нашу уникальнейшую тренировку. И от своего любимого наставника, вот, который мне огромная-огромная благодарность, этот сверхлидер, у нас интеллект-тренер уже 20-го ранга, Александра Романова, я получила информацию о нашей уникальной, конечно, методике и о нашей ассоциации. Вы все уже знаете, надеюсь, новички, слышали, что у нас три просто величайшие цели, к которым мы идем. Это спасти человечество от ментально-психологических страданий, дать миру новую профессию интеллект-тренер и, конечно, спасти экосистему Земли через поднятие осознанности каждого человека. И вот смотрите, мои дорогие, я когда стала проходить тренировку, фактически ровно год назад, 18 декабря началась моя первая тренировка, и когда я узнала про аудиотренинг, самый мой первый аудиотренинг, знаете, был такой, очень хотела взять лицензию ПРО. И я написала такой аудиотренинг, что 31 декабря 2022 года я беру лицензию. И через три дня, а у меня 28 декабря был выпускной, я уже говорила: ура, 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 я взяла лицензию ПРО. На самом деле это была большая-большая радость. И вот так с аудиотренингом я иду фактически весь этот год. Потому что потом я написала аудиотренинг на приобретение лицензии «Супер», и в апреле уже взяла эту лицензию. И знаете, как говорит мой верхний наставник Евгений Ивашко, подобное притягивается к подобному, потому что если мы хотим, чтобы к нам притягивались суперы, надо, конечно, взять лицензию «Супер». Если мы хотим, чтобы к нам притягивались партнеры с лицензией «Про», нам надо самим взять лицензию «Про». И у меня уже потом стали появляться мои любимые партнеры. Мариночка Несмеянова, которая следом взяла лицензию «Супер», приветствую. И вы знаете, в моей команде за этот год уже более 10 про-интеллект-тренеров, более 30 мастеров-интеллект-тренеров. И вы знаете, что еще хотела рассказать? У меня еще была вот такая мечта, потому что я фактически с первого дня восхищалась Егором Белозеровым, его молодостью, его энергичностью, его целеустремленностью, пассионаризмом, преданностью делу. Вы знаете, у меня в одном из аудиотренингов было написано, что в мою команду приходят молодые, амбициозные, энергичные люди, которые хотят оставить след в истории. Вот представляете, буквально где-то 3 недели назад на одну из моих тренировок приходит удивительная женщина, Нина Матвеевна, теплый, добрый человек, великолепный. И она приводит на тренировку своего сына, Романа Кармеги. Вот знаете,
Я просто была удивлена, какая трансформация произошла и у Нины Матвеевны, и у Романа, потому что это, знаете, это просто будет отдельная история. Я надеюсь, что он выступит перед нами, потому что действительно человек прошел такой огромный-огромный путь. И вот почему я сейчас рассказываю эту историю? Потому что, закончив тренировку, он мне говорит: «Елена, наставник, я тоже хочу быть интеллект-тренером. Скажи, что мне